Евгений Ищенко. Отзыв для тебя. Благодарю тебя за твою работу. Значит, что было в начале? В начале было непонимание, куда же мне конкретно двинуться. Есть несколько направлений. Мы поработали насчет музыки. Вернулись там 20 лет, 15 лет, там, в школу, в первые классы. Я вспомнил один момент на уроке музыки, благодаря которому у меня появились силы уже сейчас. То есть мы его переработали, перегрузили, перезагрузили. И у меня появилась муза, у меня появились силы, у меня появилось знание и ясность. То, что музыка – это мое. Мне нужно в этом двигаться. То есть после сессии, после проработки появилась ясность. Самое главное – это кристальная чистая ясность. Благодарю тебя за твою работу, за то, что мягко меня прописочил, так это мягко. И всем зрителям твоим, всем твоим потенциальным клиентам хочу сказать лишь одно. Дорогие друзья, собирайте все свои проблемы в кучу, пишите их прям списком и к Евгению, к мастеру, к целителю Евгению. Женя, спасибо тебе огромное за твою работу, за твою искренность и, наверное, настойчивость. Да. Потому что мы с тобой все же нашли, все причины, мы все их переработали, переформатировали, и у нас все получилось. Большое тебе спасибо. Удачи тебе и успехов.